мысли вслух. Стих. Как готовлюсь к концертам я? Да никак. Я почти как дома. И на сцену, уже выходя я, готов к самому плохому. Что угодно произойти, может, в раз не моргнешь и глазом. Но бросать все на полпути я не буду, скажу вам сразу. Я на публику выхожу, сам не знаю, как повернется. Песню петь начиная, и вдруг кто-то в зале в ответ улыбнется. И как только замечу я, что счастливой становятся люди, прет энергия из меня. Но дальше пусть будет, как будет. Я пытаюсь зажечь искру и убрать элемент стеснения. А потом, пролетая часы, как мгновение без преувеличения. Лишь когда я в кругу друзей, я почти как в другом измерении. Главный фактор при этом есть человеческий язык общения. И вот так много лет подряд не имеет значения город. Все внимания, любви хотят, но а мне каждый город дорог. Нужно главное не забывать. Мы пылинской вселенской вьюги, а потом уж артисты, певцы, и должны уважать друг друга. Пролетают года, города, и об этом я не жалею, что не зря посвятил свою жизнь этим сценам под мостом. Я верю. Да, наверное, мне повезло, но везение всего лишь малость. И не знает никто, сколько мне до конца этих сцен осталось.